Добрый день, я Юрий Дромашко, промышленный майнер. Свою первую ферму я сделал в 2016 году, это была ферма на 3 мегаватта. Тогда еще на визитке у меня было написано «Представитель Сатоши Накамото по Сибирскому федеральному округу». Кто-то смеялся, кто-то спрашивал, а как ты познакомился с самим Сатоши? Ну а что было делать, если я действительно исполнял эти функции? Я провел 1000 встреч с людьми, рассказывал про майнинг, помогал купить оборудование, помогал сделать фермы. Ну, фактически я исполнял то, что должен делать представитель Сатоши Накамото. Поэтому у меня была такая визитка. Сейчас мы будем говорить о том, как можно заработать на майнинге биткоина, возможно, 1000%. Но будущее никто не знает, поэтому мы будем стремиться к этому. Для того, чтобы зарабатывать, нужно сначала убрать сомнения. И первое, чего люди часто недопонимают, это почему биткоин будет жить, почему он вообще нужен людям. И когда мы понимаем, что он нужен людям, тогда мы можем планировать на 5-10 лет вперед. Биткоин — это децентрализованные деньги. То есть это финансовая технология, которая лучше всех прочих позволяет людям перечислять финансы, активы свои, биткоин или другую крипту, значит, с любой точки мира в другую точку мира, и никто не может остановить эти транзакции. Биткоин безупречен с точки зрения надежности, потому что никто не может заблокировать ваш счет или украсть ваши деньги, если приватный код только у вас. У биткоина есть дефляционная составляющая, то есть количество биткоинов будет всего 21 миллион в 2141 или 140 году. Каждые 4 года эмиссия биткоина уменьшается ровно в 2 раза, и это называется халвинг. Это есть дефляционная составляющая. Но есть еще вторая составляющая, которая влияет на рост биткоина. Это нужность людям. Это то, что биткоин-кошельки открывают все больше и больше количество людей. И предел этому будет, когда все человечество будет иметь криптовалюты и не только биткоин. Сегодня есть статистика о том, что открыто уже более 1 миллиарда биткоин-кошельков в мире. Это, конечно, не значит, что в мире миллиард людей пользуются биткоинами. Скорее всего, эта цифра раза в 3 меньше. Но и это хорошая новость, потому что у нас большой потенциал. Сегодня у нас, может быть, 300-400 миллионов пользуются криптой, а через 10-15 лет это может быть и 5 миллиардов реальных людей. Почему так происходит? Биткоин и любые децентрализованные криптовалюты созданы для свободы, чтобы люди могли быть свободны от государств, от давления банков. И, как говорил классик, экономика первична, сознание – это уже вторично. Если у вас свобода в финансах, у вас и будет свобода в жизни. Только биткоин и только криптовалюты могут обеспечить вам свободу в финансах, потому что ваши деньги в вашем кармане, только вы можете ими управлять. И ни один банк, ни один человек в мире, будь то президент всех президентов, не может остановить ваши транзакции или завладеть деньгами, или арестовать их, заморозить. Никто. И вот эти любители свободы, люди, которые хотят, чтобы их деньги были только ихними, это как раз то сообщество, которое движет вперед криптовалюты. Но, к сожалению, думающих и свободных людей в мире немного, и на них мы не можем полагаться. Есть еще вторая аудитория, кто будет пользоваться криптовалютой и уже пользуется криптовалютой, и вот как раз количество этих людей и даст те миллиарды. Но это люди, которые не могут получить качественный банковский продукт. Когда мы встречались с племенем Масаи в Африке, многие из них, да почти все, не имели даже паспортов. Но почти у каждого был сотовый телефон. Это те люди, которые могут пользоваться криптой. Но что там об Африке? Кстати, 99% с лишним россиян не могут пользоваться мировыми банковскими системами. Вы можете смеяться, что подумаешь, там не бронируются отели, не покупаются авиабилеты. Ну, переживем как-то без этого. Но ведь и поставки товаров в Россию
на сегодня налаживается только через криптовалюты. Сейчас лето 2022 года, и трудности перевести оплату за товар даже в Китай. За товар или услуги даже в Китай. Что уж там говорить о прочих странах. То есть россияне практически все будут вынуждены пользоваться криптовалютами. Ну и самая главная составляющая, уже третье население планеты, которые будут двигать крипту вперед, именно самые могучие, самые сильные, самые рисковые, это спекулянты. Любой актив, который имеет ценность, сразу попадает в руки спекулянтам. И они начинают крутить и вертеть им, как они это умеют делать. И именно это будет толкать биткоин более активно вперед. Мы видим за последние 2 года вход в крипту серьезных уже финансовых институтов. Это и фонды, и банки, и различные компании, которые делают деривативы под криптовалюты. А это уже институциональные деньги. И этот процесс будет только развиваться. Развитые страны, кстати, мира уже работают с криптой, приняли ее на законодательном уровне. Это европейские страны, Америка, Япония. Есть проблемы с этим в Китае, но китайцы-то все равно этим пользуются. Так что, надеюсь, я вас убедил, что криптовалюта никуда не денется. Это не пирамида, это скорее пузырь, который дышит. Он раздувается, сдувается, но всегда растет. Если вы посмотрите график, биткоин всегда рос, но не растет линейно. У биткоина есть цикл 4 года. Это